Запеканка по этому рецепту получается очень нежная и вкусная. Ее можно приготовить к завтраку или полднику, быстро и очень просто. Данная запеканка готовится с добавлением творога и моркови, именно благодаря данным ингредиентам она получается нежной и вкусной, так как в тесто не добавляется сахар, в нее нужно добавить изюм или прочие сладкие сухофрукты. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте необходимые ингредиенты. Вбейте куриные яйца в миску. Взбейте их, выложите в массу творог. Добавьте манку. Подписывайтесь и ставьте лайки. Добавьте изюм. Натрите на мелкой терке морковь. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Выложите тесто в силиконовую форму для выпекания. Отправьте пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Аккуратно достаньте запеканку из формы, выложите ее на блюдо и дайте остыть. Нарежьте запеканку на кусочки и подайте к столу. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Яйца – 2 штуки, творог – 400 грамм, манка – 40-60 грамм, морковь – 1 штука, изюм – по вкусу, количество порций – 6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду вас снова.